Солнышко проснулось, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики, малышарики, приходите поскорее, малышарики. Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Малышарики, малышарики, подрастайте поскорее, малышарики. Прятки. Здравствуйте, малыши! Ой, а где же все? Малыши решили поиграть в прятки. Где же наш крошек? Мне нужно подумать. Крошек – озорной маленький непоседа. Все время куда-то бежит и во что-то играет. Иногда так заиграется, что обидит кого-то и не заметит. Вместе с крошиком мы учимся быть внимательными и чуткими. Кажется, я знаю, где может прятаться крошек. Эй, привет! Здравствуй! Давай искать ёжика. Ёжик – серьезный и усидчивый малыш. Любит порядок и тихие, спокойные игры. А еще ёжик немного замкнутый. Вместе с ёжиком мы учимся быть открытыми и общительными. Кажется, я кого-то нашла. Здравствуйте. Здравствуй, ёжик. Нюшеньку не видел? Нюшенька – настоящая маленькая принцесса. Наряжается, как принцесса. Кружится перед зеркалом, как принцесса. И капризничает тоже, как принцесса. Но вредничать Нюшеньке совсем не нравится. Вместе с ней мы учимся быть мягче и добрее. Нашла! А барашек? А барашек? Барашек у нас будущий художник. Любит рисовать и никогда не пройдет мимо того, кто грустит. Правда, и сам может всплакнуть из-за какого-нибудь пустяка. Сидит, дуется. Вместе с барашиком мы учимся грустить пореже, а смеяться почаще. Барашек! Я тут! Так, кто у нас остался? Пандочка? Ох уж эта пандочка! Хитрюга и проказница. Если где-то что-то гремит, падает или ломается, будьте уверены, без пандочки тут не обошлось. Вместе с пандочкой мы учимся отличать безобидные шалости от опасных занятий. Где же она спряталась? Привет! Раз, два, три, четыре, пять. Ну вот, теперь все в сборе. Рисуем малышариков. Любопытный розовый носик. Длинные голубые уши. Кто же это? Крошек! Крошек – это раз. Треугольные фиолетовые иголки и круглые фиолетовые очки. Кто же это? Ёжик! Ёжик – это два. Здравствуйте! Розовый пятачок. Розовая косичка и даже копытца розовые. Кто же это? Нюшенька! Нюшенька – это три. Здравствуйте! Нежная сиреневая шерстка и маленькие фиолетовые рожки. Кто же это? Барашек! Барашек – это четыре. Здравствуйте! Сама белая, а лапки черные. Кто это? Пандочка! Пандочка – это пять. Привет! Раз, два, три, четыре, пять. Вместе весело играть. Ха-ха-ха!
Понравилась эта серия? Жми на лайк и поделись серией с друзьями.